Развитие отношений России и Бразилии обсудили сегодня в Москве, где уже в седьмой раз собралась специальная комиссия высокого уровня. В нее входят представители правительств обеих стран. В повестке взаимодействие в самых разных сферах, от космической до культурной. Но особый упор был сделан на торгово-экономических связях. Как подчеркнул Дмитрий Медведев, он возглавляет российский сегмент комиссии. На рассмотрение вынесли проекты в области промышленности, сельского хозяйства, энергетики и торговли. Премьер-министр отметил, что наше государство последовательно увеличивает товарооборот. При этом в структуре импорта и экспорта обозначились качественные изменения. В течение последних лет двусторонний оборот рос хорошими темпами. К тому уровню, который мы планировали бы достичь, уровню 10 миллиардов долларов торгового оборота. И также хотел бы отметить некоторый качественный сдвиг. За последнее время осуществляется даже переход от прямых поставок сырья в обе стороны к обмену промышленной и высокотехнологичной продукции, что, на наш взгляд, очень важно. Ключом к развитию нашего партнерства является сотрудничество в области высоких технологий и энергетики, считая очень успешным для Бразилии продвижение по пути к использованию российской системы ГЛОНАСС. Для этого намечено строительство объекта в одном из наших штатов, и, конечно, мы будем развивать сотрудничество в космосе.